Ну чё, друзья, слава Череповецкому заводу спичечному. Он такой хороший, качественный. Выпускает спички уже неизвестно сколько лет. Да, сына, да. Вот видите, с 2001 что ли года какая-то у него марка по производству. Вот есть еще у нас вот такие вот спички. Вот. Непонятно откуда бы они. Кировск, но не Череповец. Сыночка, это папа сейчас заснимет спички. Ну чё, друзья, все привыкли-то видеть спички вот такие вот. Обычные, хорошие. Но Череповец сегодня нас удивил. Смотрите. Опа. Вот, ну куда это поджечь-то можно? Вот, вот как поджигать-то, друзья, вот это все дело? Вот. Я не знаю, я вот сейчас печку растапливал, мне нужно 3-4 спички брать вместе, в кучу. И она, возможно, еще какая-то из них, вот эта деревянная палочка, загорится. Целая коробка таких спичек у нас вот есть. Да, слава Череповцу. Ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Кто сталкивался с такими ситуациями, пишите в комментарии. Будем обсуждать вместе этих Череповцов. Да, Димочка? Да, Димочка? Да, Димочка? Да. Будем обсуждать Череповец? Да. Точно? А-а. Не точно? Да. А ты в курсе, что спички детям не игрушка? Да. В курсе, да? Спички детям не игрушка, да? Да. А в Череповце не был ни разу? Да, чачу. Был, да, один раз? Да. Точно? Да. Ты видел, папа вчера каких уточек принес? Да. Классные? Классные уточки? Понравились тебе уточки вчерашние? Дима, Дим, ты любишь папу? Любишь папу? Сына, любишь папу? Любишь? Да? Ну ты уже порвал коробочек. Дим, любишь папу? Да. Любишь папу? Папа. Любишь папу? Папа. Папа заберет у тебя сейчас спички. Любишь папу? Папа. Любишь папу? Ну а сейчас, друзья, давайте посмотрим, как нормальные обычные спички должны зажигаться. Все ведь знают, что такое спичка. О, как классно, да, светит она? Зажглась спичка, классная. Еще и не потушить. О, вот. Теперь берем Череповец. С такой усиленной головочкой. Вот видите, головочка какая спичечная. Смотрите. О, разожглась. Странно, потухла. Ну-ка, давайте смотрим. Ой, что-то. Все, кончилась спичка. Смотрите, берем еще классные спички. Вот, берем еще две. Все, сгорело. Ставим лайки, подписываемся на канал. Офигенный Череповец, короче, рулит. Мама, ну вот сейчас возьмем еще спичечку. Все, короче. Вот так вот в лесу можно, блядь, выжить. Выжить можно 100%. Можно поджечь сырую березину вот этой спичкой. И не замерзнуть можно, друзья, вот. Прям берите сразу с собой целую коробку, большую вот такую коробку, и за раз ее поджигайте горелкой. И тогда костер вы разведете, и ставьте вот такой лайк, когда разведете. Если вас найдут потом окоченевшим весной, тоже ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, и ставьте колокольчик, друзья. Короче, друзья, давайте помогите, мне осталось 1202 часа просмотров, нужно мне срочно, друзья. Смотрите все подряд мои видосы, заходите в плейлисты, премьера прошла, называется плейлист, там 18 часов сразу можно просмотреть, друзья. И много-много другого там можно посмотреть у меня. Короче, давайте, всем пока, удачи.